Сегодняшний вопрос мы снимаем, вы не жахта делаете. Сегодня на операционном столе пациент с расширением вен, проще говоря, осложненный варикоз. Такая операция длится 1,5 часа. Саму же операцию делает главный ангиохирург страны Мамбет Намазбеков. Мамбет Намазбеков – ученик самого Исы Куновича Ахумбаева. Именно он отправил его 4 молодых врачей в Москву для получения знаний и опыта по разным направлениям. Это сердечно-сосудистая, сосудистая хирургия и другие. Сосудистой хирургии в Кыргызстане до 70-го года как таковой не было. Были единичные операции, как сегодняшнего оперировали, варикоз такой, и во время травмы только перевязывали. А так, чтобы заменить сосудов искусственными протезами, такого вообще не было там. И сама патология сосудистой системы, многие доктора они не знали, откровенно говоря. Поэтому больные с заболеваниями, которые идут с поражением сонных артерий, в основном они лечились у невропатолога. Отделение сосудистой хирургии было основано именно Намазбековым в далеком 1970 году. Для того, чтобы он принимал больных с разными заболеваниями, Иса Ахумбаев выдал 2 палаты. И с каждым разом палат становилось больше. Так, на сегодняшний день по всей республике открыты центры сосудистой хирургии. Благодаря академику Иса Ахумбаеву, который собрал нас 4 аспирантов, это Маралов Аскен Есенович, Чошубаев Ситхан Чошубаевич, Намазбеков, это я, Мамбет Намазбекович, и Стамбеков Эсен, Эсенбек Стамбекович. Он специально договорился с главным институтом сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, Александра Николаевича Бакулева, директором которого был академик Бараковский Владимир Иванович. Владимир Иванович мировым именем. Вот дружба, которую имел Иса Канавич Тахумбаев Владимир Ивановичем Бараковским, как раз позволила подготовить кадры именно по сердечной хирургии и сосудистой хирургии. Мамбет Намазбеков ввел более 50 новых методов лечения сосудов, современные реконструкционные методы операции сосудов. Своим опытом до сегодняшнего дня руководитель сосудистой хирургии делится учениками. В отделении работают 18 врачей-ангиохирургов. Среди них заслуженные врачи, доктора наук, в целом профессионалы своего дела. Со мной Мамбет Намазбеков делился и по сей день делится своими знаниями, навыками и опытом. Я знаю, что всегда могу обратиться к нему за советом. Болезни прогрессируют, и бороться с ними становится тяжелее. Но когда за тобой стоит человек с таким огромным опытом, появляется большая уверенность. В нем столько информации. Я очень горд, что именно он является моим наставником. В этом году заслуженный врач Мамбет Намазбеков был награжден орденом Манас 3-й степени. Тогда же глава государства Садыр Джапаров отметил огромный вклад главного ангиохирурга страны в развитие медицины в Кыргызстане. Рахат Батырбекова, Джумабай Исманалиев, СТВ, город Бишкек.